Традиционный осенний фестиваль ярмарка «Кубань хлебосольная» прошел в станице Северской на минувших выходных. Мероприятие неизменно собирает множество участников среди сельхоз и товаропроизводителей, торговых организаций, мастеров декоративно-прикладного творчества и пользуется большой популярностью у покупателей. Ассортимент товаров огромный – от солений, рассады цветов до эксклюзивных декоративных украшений. Уже стало доброй традицией в середине октября собираться на одной площадке, где наши местные товаропроизводители представляют вам нашу вкусную, натуральную, свежую продукцию. Высокое качество продаваемой продукции – не просто слова. Большинство участников имеют знак качества «Сделано на Кубани». Примечательно, что ярмарка собирает продавцов не только из нашего муниципалитета, но и других районов и городов края. Ярмарки дают живой отклик большого числа покупателей, а для любого производителя и продавца это очень важно. Первый раз мы приехали в Северский район с нашим брендом «Арусин пряник» участвовать в ярмарке. Собственно, вот с партнером. С Краснодара. На самом деле у нас раньше не было такой возможности, потому что постоянно не хватало продукции. Мы наращиваем каждый год производство. И уже в этом году мы нарастили объемы и сейчас с таким превеликим удовольствием посещаем ярмарки, выставки. Мы уже участвовали в такой подобном мероприятии 2 года назад. Проходила на новом торговом центре. Теперь новое место локации. Очень нравится. Есть хорошие отзывы после того, как мы посетили и приняли участие в подобном мероприятии. И хочу сказать, что многие покупатели с такой ярмарки пришли к нам снова в магазин и вернулись за потребляемым товаром. Кубань хлебосольная – не просто ярмарка, но и полноценное развлекательное мероприятие для детей и взрослых. Отличное настроение гостям и участникам подарил концерт творческих коллективов района. Важной частью мероприятия стала благотворительная акция, организованная для 4-летней жительницы поселка Ильского Маруси Шаталовой. Девочка борется с серьезным заболеванием и в данный момент проходит лечение в зарубежной клинике. Предприниматели, волонтеры, образовательные организации района продавали выпечку и сладости, украшения, предметы быта, игрушки и другие товары. Акцию с удовольствием поддержали покупатели. Все вырученные средства направят на дальнейшее лечение Маруси.